Ну, как там говорил Карлсон? Карлсон говорил, ну что, продолжаем разговор. Это у меня вторая часть сегодняшнего дня, 6 сентября 2022. Итак, анекдот от Тамары Леонидовны, который только что она мне рассказала. Я сходил, купил лотерейку, поставил на 6.09 на сегодняшнее число. Итак, анекдот от Тамары. У меня не сложилось в голове. Встречаются два грузина, один говорит... Представляешь, пошил себе костюм бежевого цвета. Он говорит, а какого это цвета? А вот ты видел закат солнца? Видел. Вот такого же, но только бежевый. Я хотел снять этого товарища. Оказалось, это саранча. Так что селфи с саранчой у меня есть. Вот так. Что я вам скажу? Я сидел далеко, но я увидел это. Я подозревал, что это именно это такая штуковина. Бахамол или что-то такое. Сегодня я думал о нем. Я решил взять ее с собой. Сначала на меня в доме попал солдатик, а тут на тебе, издалека наблюдаю эту саранчу. Ребята, он улезет по гладкой поверхности. Вы знаете, сколько можно увидеть интересного, ехав на велосипеде. Пешком так не получается. Она уже, наверное, выучила все шахматные ходы. Сейчас я покажу упражнение, как надо делать. Она. Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Красивая. Красивая. Трехцветная. Да. Так, здоровья, удачи. Я на месте. О, приехало руководство с рюкзаками, со всеми этими самыми причиндалами. Лишь бы сосиски были, самое главное. Кошка меня уже посетила. Что я хочу сказать? Прошла дама. Все-таки дамы умеют заниматься парфюмерией. Шлейф французских духов великолепный был. Что еще я вспомню? Рассказываю анекдот. Слушайте, короче, анекдот. Все-таки анекдот я повторяю. Встречает Мойша Изю и спрашивает у него: Изя, ты случайно не шахтер? Нет, я не случайно не шахтер, я закономерно не шахтер. Ну что, ребята, сколько раз я здесь был, никогда этого не видел. А товарищ раз увидел, и оказалось, что это зажигалка, к тому же довоенная. Колпачок мне сейчас подгонят, видео сделаем отдельным. Вот так. Можете поставить плюс на этом месте. Ну что, сегодня мы дожили все-таки до обеда. Нам устроили такой обед, который устраивают только в одном месте. Эксплуатировали. Вот такая вкуснота. Кошка прошла первая по столу, но стол был пустой. Ей ничего не досталось. Но все равно придется ей что-то выделить. Итак, яичко у нас не простое, а золотое. Сыр. Да. Сыр вообще. Золотой генетический фонд. Ну что, сегодняшняя часть, вторая, закончена. Мишенька отработал на славу. Пообедал, добрался за 45 минут до дому. Ну, сейчас дома меня встретят незлым тихим словом. Так, всем спокойной ночи. Спасибо тем, кто похвалил меня в первой части. Ну и, может быть, похвалит во второй. Бай-бай.